Жители села Каратал Актюбинской области, пострадавшие от паводков, получили ключи от квартир. Первыми счастливыми обладателями заветных квадратных метров стали 38 семей. Всего здесь строится 126 домов, оставшиеся 88 подрядчики планируют сдать в сентябре. В этих домах сейчас устанавливают двери и оконные рамы. Также проводятся внутренние отделочные работы. Отмечу, в селе Каратал во время паводка затопило более 200 домов. Помимо строительства нового жилья, готовые дома здесь приобрели для 66 семей, а 18 были отремонтированы. Летом мы испытывали трудности, жили в деревянных домах, где было очень жарко. И сегодня мы заехали в наш новый дом. Мы очень рады. Спасибо всем. Всего в области строится 500 домов для пострадавших от паводков семей. 235 из них уже достроены. Некоторые жильцы уже заехали в новые дома. Оставшиеся ключи планируем выдать в скором времени.